Всем привет, ребята! Добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Лиса, и это канал, посвященный итингу. Я решила сегодня записать видео немножко не в обычном своем формате, то есть не шепотом, а в полголоса, не знаю, как это сказать, тихим голосом. Это то, что в английских видео называется soft talking. Надеюсь, вам такой формат понравится. Напишите мне в комментах, что вам нравится больше. Шепот, полный голос или вот такой софт. Сегодня у нас манты. Все, мое масло скатилось не с тарелки. В общем, я посмотрела комменты к прошлому видео, где я спрашивала вас, чем бы вам хотелось увидеть следующее видео. И несколько человек написали манты. Я подумала, почему бы и нет. Продолжаем цикл видео с простой едой. Сметанка. И не знаю, почему мне дико захотелось сегодня бирьяни. Не знаю. Это совершенно несочетаемые, на мой взгляд, продукты. Наверное, по роллам соскучилась. Я не знаю, как его удобнее будет есть. Они очень большие. Это отвал башки, ребят, как вкусно. Они со свиноговяжьим фаршем. Петрушечка. Масло. Все утекает. Ну, мы тут лопнули. Не знаю, они такие должны быть по размеру громадные. И как их тогда правильно есть? Сегодня впервые за 4 дня мы выходили из дома в магазин. Я купила эти манты. У нас возле дома такой есть эко-рынок, а там мясная лавка. У них там есть всякая такая продукция. Пельмени, манты, хинкали, которые, ну, типа домашнего производства. Короче, отдельно мясо съедим, отдельно тесто. Они не дешевые. Если фарш сделан из
натуральных ингредиентов, из нормального мяса. Подобные вещи не должны быть дешевыми. Возможно, вся проблема в том, что я ем пластиковой вилкой. Надо, чтобы не было резких звуков. Напишите, как проходит ваш карантин. Чем вы занимаетесь дома? Не скучно ли вам? Еще хотела предложить, ребята, давайте в комментах порекомендуем друг другу какие-нибудь книги. Потому что я сегодня читала записки юного врача Булгакова и нацелилась на мастера Маргариту. Но если вы что-нибудь мне такое интересное посоветуете, да, ёлки-палки. Если мне что-нибудь интересное посоветуете в комментах, я буду очень рада. Давайте, пусть каждый напишет, какую книгу он сейчас читает. И как она ему нравится или нет. Все, все мое масло убежало. Они реально громадные. Очень сочные. Смотрите, сколько натекло бульона из них. Весь поднос у меня там в бульоне. Еще напоминаю вам, что завтра пятница, и я обещала провести стрим, и я его проведу вместе с мужем. Что всех я тут жду. 20:00 по московскому времени. Давайте проведем такую домашнюю безопасную пятницу. Мне нужны салфетки.
Но учитывая их большие размеры, я уже очень наелась. Всем, кто любит мой шепот, не переживайте. Это все-таки ASMR-канал. Поэтому превалирует здесь видеошепот. Не знаю, как его есть. Короче, если вы пришли на первое свидание, никогда не заказывайте манты. Вдруг они кажутся такими же громадными. Ребята, это было очень вкусно. Имбирь даем. Сколько бульона. Это было мега вкусно. Если вы любите манты и ждали такое видео, не забудьте поставить мне лайк, ребята. Не скучайте дома, берегите себя и своих близких. Всех люблю. И приходите завтра на стрим.